Под председательством начальника управления по делам ГО ЧС по Десногорску Андрея Воронцова прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители городских организаций и ведомств обсудили актуальную эпидемиологическую обстановку в Десногорске. 16 марта общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2128. Выздоровело 1637 человек. В городе наблюдается устойчивая тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Абсолютно все образовательные учреждения города вернулись к нормальной жизни и продолжают свою работу в очном режиме. Последние карантинные меры были полностью сняты во второй школе. Заболеваемость, как вы видите, снижается постепенно, но согласно указу губернатора Смоленской области, значит, все мероприятия мы проводим в прежнем режиме, так как остается режим повышенной готовности, он еще не снят. В МЦЧ-135 активно идет кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом препарата «Спутник Ви» привито 2880 человек, вторым – 1900. Перебоев с поставками вакцины нет, в наличии еще более 1000 доз. Для удобства пациентов мы перенесли прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции в здании инфекционного корпуса, и СМИ информацию предоставили, ознакомили пациентов, и с сегодняшнего дня работает прививочный кабинет в более удобных и подходящих условиях. Городские службы продолжают в усиленном режиме уборку города и дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Представители администрации напомнили, что перчатно-масочный режим по-прежнему действует. Ограничительные меры по коронавирусу будут актуальными до 31 марта включительно. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.